Ну что, всем доброе утро. А уже 22 сентября. Сейчас только что был свидетелем, как ребята, работники пляжа, вот здесь убирают бутылки, мусор. С утра пораньше. А вы пока посмотрите, какое море. И как оно журчит. Чистое-чистое и прозрачное. Сейчас мы с вами прогуляемся до причала. Ну а потом как бы и искупаемся. Этот ветерок все равно с утреца присутствует, знаете, несмотря на то, что водичка классная, выходить будет свежо. Но я же проинтуичил, я взял с собой кофточку дополнительную, тепленькую, ну, потеплее. С утра порядка 21 градуса, на солнышке может быть уже побольше, так как оно припекает. Ну, сейчас мы все узнаем. Мы отправляемся с вами на причал, как всегда, традиционно. Время около 8, точнее 8 с копейками будет. Люди вон приходят, купаются. Вот. Девчонки быстрее в чистую воду, пока никого нет. Такая фраза прозвучала. Ну, людей-то будет все равно с каждым днем, наверное, поменьше, меньше, меньше. Иначе бы Дмитрий не уехал бы, я вам говорю. А рыбаков вот больше, больше, больше. Вот, видите, мужчина сидит. Открылась танцевальная площадка. Еще буквально вчера здесь был этот батут, огромный прыгательный, но, видимо, прыгать уже некому особо. Детвора разъехалась. Выловили несколько качелек, вот они здесь лежат. Потихонечку, потихонечку пляж готовят к реконструкции, судя по всему. Ну, вообще реконструкцию пляжа вот набережной планировали делать с 1 октября, насколько я знаю. Очень-очень боюсь, чтобы они не съели пляжную полосу. Потому как есть такие предположения, что могут съесть. И деревья платаны тоже убирать нельзя. Вот не знаю, как все это будет выглядеть по факту уже. Ну, в Сочи, в принципе, на пляже Ривьера, блин, опять я не выговариваю, мне понравилось. Там ничего так нормально. Вон какой-то пес спит, но я не знаю, шарик, не шарик. По боевому раскрасу шарик. Что вам интересно будет любителям шарика. Да. Вероятнее всего он и дрыхнет. Вот. Так что жизнь у него прекрасна. Сейчас через пару минуток выйдет солнышко, ему будет хорошо. Вообще хорошо. Тепло. Хотя, судя по всему, он и ночью особо так не мерз. На причал. Узнавать достоверную информацию касаемо температуры воздуха. С утра-то этот термометр, или что этот агрегат, явно в тени, поэтому наверняка дает более точную. Днем понятно, что температура на солнце. Я уже, кстати, на этом акцентирую внимание, потому что не все это знают. Может быть, кто-то новенький пришел, не, в общем, не в курсе всех событий. 8 часов, а помните? Да, месяц назад буквально 8 часов народа было уже много. Жизнь на пляже кипела.
делать. Сезон заканчивается. Тем более, вот видите, вчера отмечали, провожали, точнее, отмечали, провожали сезон торговые точки. Хотя по факту работать они еще будут какой-то период. Люди все равно еще есть, и немало. На пляже за море даже очень даже неплохо. Ладно, включусь уже там, вот там. Причал. Вот такая ситуация на пляже сейчас. Температура воздуха я уже подсмотрел. 23 градуса. Время московское 8 часов 12 минут. Что это? Дату? Ну, дату, я так думаю. Мы с вами уже и так знаем. 22 сентября. Водичка очень даже прозрачная, чистая. Спокойное море сегодня. Вот много-много людей уже пришли загорать. Ну, не много-много, а люди пришли. Основной народ подтянется к часикам, я так думаю, к 9-10. Чуточку попозже, когда солнце уже полностью встанет, и будет вообще тепло и даже жарко. Вот мы с вами тоже в обед, наверное, пойду сюда и подсмотрю погоду. Ну, а потом у меня... Нет, с утра у меня очень много дел уже назначенных, которые я не могу отложить. Ну, в любом случае, я выберу время, и мы пойдем завершать прогулку по всем пляжам. Начнем от Морской Звезды и туда-туда, до Фламинго включительно. 23 градуса. Люди подтягиваются. Ну, и я пойду, пожалуй, тоже окунусь в воду, включусь уже там, в районе Стеллы. Когда пойду купаться. Пока я сходил до причала и обратно, солнце пришло и сюда, на центральный, перед Стеллой пляж. Явно центральный. Выстроены в ряд катамаранчики, но они были уже давно. А я пошел в море. Испытывать все ощущения, связанные с погружением. Пока в целом нормально. Конечно же, чувствуется разница с августом месяцем. Заходить как бы не очень так прямо аж тепло, как было раньше, когда ты заходишь, вообще пипец. Есть такая приятная холодная дрожь по коже. Но в принципе вот я опустился в воду, вошел, и в принципе все. В воде мне уже комфортненько. Конечно, если я буду двигаться, хотя бы проплыву несколько метров, то мне даже будет жарко. Сейчас я чувствую себя достаточно комфортно. Мне не холодно, но и не жарко, вот я вам скажу честно. Знаете, так вот, умеренно. Залазил я в воду и в более холодную температуру. Сейчас я не знаю, сколько вода. Ну, я так думаю, 24, так она и осталась. Учитывая, что нету никаких ни этих штормов, ничего сейчас. Она осталась на предыдущем уровне. Сейчас вот я уже, мне уже комфортно вообще. Так что имейте в виду. Заходить, конечно, будет свежо первое время. Но учтите, что вот к обеду, попозже будет солнце, выйдет, вообще будет классно. И все будет хорошо. Вот вам картина на пляже, люди есть, но людей не очень много, вот буквально можно посчитать, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 человека насчитал я вот от катамаранов до вот технической зоны, это большой участок пляжа всего, метров, наверное, 20, вроде бы так. Так, хотя они так разбросанно стоят, вроде так смотришь, вроде их меньше. А когда начинаю считать, еще раз, вот это 4 вижу, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, нет, даже 25 насчитал.
Ну, учтите, что это не все еще, кто на берегу, там еще вот несколько человек в воде плавают там подальше. Даже женщина одна в маске. Ну ладно, что хочу сказать. Смотрите, какая вода. Вот она как. После пребывания в воде буквально вот сколько я тут стою? 2 минутки, наверное, с копейками. Все, уже мне уже вообще хорошо. Тело привыкает. И уже и выходить из воды в принципе не хочется, потому что тут ветерок все равно есть. Небольшой, но ветерочек есть. А когда выходишь на ветерок, так свежевастенько. Именно поэтому берите с собой полотенчик, кофточку, что-нибудь такое потеплее. Потому что надо будет обтереться. И хотя часиков в 10 можете уже не брать. Надо брать вот сейчас, пока выходите. Вот так вот, пока еще ветерок. Ну а я потихонечку закругляюсь. Пора мне собираться. Сейчас у нас там всякий ряд мероприятий, тренировки. Надо съездить, сюда надо съездить. А потом осуществлять свои планы на своем съеме. Говорю вам до свидания. Ну и до новых встреч в эфире.